Доброго времени суток, дорогие друзья. Снова мы здесь для того, чтобы продолжать читать Слово Божье. Мы продолжаем наш библейский марафон. Мы читаем каноническую Библию в синодальном переводе, протестантской версии. И сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, начиная с 12 главы. В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же его залкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики делают твои, делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебопреложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ними, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Не говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро». Тогда говорит человек человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленные не преломит, льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как в силу Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царствие его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула просятся человеком, а хула на духа не просится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, просится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не просится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь домой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным.
Тогда идет и берет с собой семь других духов, злеющих себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукой свою на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где много было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, а иное же в 30. Кто имеет уши, слышит, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имея в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек, сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» И он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им, «Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
Он же сказал ему в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, когда собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелы своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышит, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И придя в отечество свое, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, а братья его Иаков, и Иосия, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Глава 14. В то время Ирод, четверовластник, услышал мольбу об Иисусе и сказал служащим при нем, что это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его, посадил в темницу за Иродиану, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девицу, и она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его, и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, что пошел за ним из городов пешком, и вышел Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву и взять 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он возошел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один. Лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, а закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерно, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий. И, припоясавшись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, что ты от меня пользовался, то чем бы ты от меня пользовался? А тот может и не почтить отца свою или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. И, призывав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступившие, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышавшие слово твое, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? И еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: отпусти ее, потому что она кричит за нами. Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подошедши, кланялась ему и говорила: помоги мне. Он же сказал ей в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господы. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшие не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят ему ученики его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: 7 и немного рыбы. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня не настя, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамение времени не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка, и, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. И, разумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе маловерное, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказала вам? Берегите закваски фарисейские и саддукейские. Тогда они поняли, что он говорил им: беречься не закваски хлебные, но учение фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ:
Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, от первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как же увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Глава 17. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. Все глаз из облака глаголящий, «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда. Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю им, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в агонии, часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет», и они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открой у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, что если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном.
И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, выбрось от тебя. А лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. А если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который был должен ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам его, умоляя его, говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока тот не отдаст долга. Товарищи его, увидевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе. Почему? Потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока он не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские и за Иорданскую стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорили ему: «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые от чрева материного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился, ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, отошел оттуда. И вот некто подошед, сказал ему: «Учитель благий, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?»
Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое, раздай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большого имения. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышавшие это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто ж может спастись?» А Иисус воззрев сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последние, а последние первыми». Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6-9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последнего до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. И пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своим делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будет последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готово на отца моего». Услышав сие, прочие 10 учеников возникновали 2 на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, или, может, властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот 2 слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, и подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши».
Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется решенное через пророка, который говорит: «Скажите через Сионовой: Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорит: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул станы миновщиков и с камней продающих голубей, и говорил им: «Написано: Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицавших в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорил им: «Да. Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебе плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал ему в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет. Все, чего не попросите в молитве с верой, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал ему в ответ: «Спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему вы не поверили ему. А если сказать, что он человек, мы боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Которую из двух исполнил волю отца? Говорят им первый. Иисус говорит им: «Истинно, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти». А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит ему:
Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды ему. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Послал опять других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед, мой тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли на, кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны, так идите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и призывают к нему учеников своих с иродианами, говоря: учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию судишь, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо, и так скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать. И принесли ему динарий, и говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят ему: кесарево. Тогда говорит им: итак, отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышавши это, они удивились, и отставивши а его, ушли. А в тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет его за себя жену и восстановит себя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобной вторую, и третью, и даже до 7. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 она будет женой, ибо все имеют. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писания ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть мертвых, но живых. И, слышав, народ дивился учению его, а фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, скушая его, спросил, говоря: учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему: Давидов. Говорит им: как же Давид по вдохновению называет его Господом, как говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылые одежды свои. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, вы же братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос,
больше из вас, да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тогда повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? И так клянущийся жертвенником клянется и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется и им, и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что отдаете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд и милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисеи слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что стоите, строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, о, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Да, дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену. А посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахии, на которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. А Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне. Глава 24. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будете Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет.
И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных ему от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел вновь в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своим, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемериями. Там будет плач и скрежет зубов. Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. И из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли не покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, твори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрылся ребро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего».
Подошел получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего, а не умеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышать да слышит». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от мира, от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послушали тебе?» Тогда скажут им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященников по имени Каиафы, и положили советы взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я предам его вам?» Они предложили ему 30 серебряников. С того времени он искал удобного случая предать его. Первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя я совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, опустивши со мною руку в блюдо: «Этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку было не родиться». При всем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равин?» Иисус сказал ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда Иисус говорит им: «Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада.
«По воскресенье же мое предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобно говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называя Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь». Там, взяв с собой Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошел в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. И предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И под тот час подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших за Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда Иисус говорит ему: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и копьями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудется писание пророков». Тогда все ученики, оставшие его, бежали, а взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Хотя много лжесвидетелей приходило, но не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что нам еще свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми и сказал: «Не знаю, что ты говоришь». Тогда, когда же он выходил за ворота, видела его другая и говорит бывшим там: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся из клятвы, что не знает его человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает его человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и вышед вон горько заплакал. Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Че нам до того, смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу ровную, потому что это цена крови». Взял же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня.
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за жемчуг в горшечниках, как сказал мне Господь. Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: „Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?“ И он не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: „Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?“ Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: „Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?“ Они сказали: „Вараву“. Пилат же говорит им: „Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?“ Говорят ему все: „Да будет распят“. Правитель сказал: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее кричали: „Да будет распят“. Пилат, видя, что ничего не помогает, на смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И, отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И, раздевшие его, надели на него багряницу, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехаясь над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“. И плевали на него, и, взявшие трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие. И, выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И пришедшие на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означавшую вину его: «И сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним были два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословие его, кивая головами своими, и говорили: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого спасти не может. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуй в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Сын Божий“». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама самохвани“, то есть: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его“. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедшие из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: „Воистину он был Сын Божий“. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Иосия, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату, попросил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело Иосифа, оббил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, что после трех дней воскреснут. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал: „Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
Глава 28. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам“. Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Иисей Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим“. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приближившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь“. Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: „Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему“. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на числах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: „Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым“. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзшиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: „Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человека“. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним. И, приходя в Капернаум, вскоре в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и скричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: „Что это? Что это за новое учение?
но он и духом нечист, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром весьма рано вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бившие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя», — он говорит им, — «пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него, строго тотчас отослал его. И сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился в нем, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и стало слышно, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует, что может прощать грехи, кроме одного Бога?» А Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель твою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, он увидел Леви, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встав и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав все, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет за платы из небеленной ткани, иначе вновь пришит отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина в молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, а вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось его в субботу проходить за сеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать в колосе. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал самый бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. И посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Глава 3. «И пришел опять в синагогу, и был там человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: встань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их,
говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие немедленно, составили с иродианами завещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи и Иудеи, Иерусалима, Идумеи и Заиродана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходят в дом, и опять садится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе видение вула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство-то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Глава 4. И опять начал учить при море, и собралось там множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос. И принесло иное 30, иное 60, и иное 100. И сказал им, кто имеет уши, слышит, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам надо знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимайте этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышит, да слышит. И сказал им,
Замечайте, что слышите. Какую меру меряете, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: Чему уподобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, вскоре становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал он: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями. Но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из всего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремило стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просил его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди
в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда же, когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ними, входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тоже встала и начала ходить, ибо было лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. А глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда это у него? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не Плотников ли он сын и сын Марии, брата Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между ними его сестры и соблазнялись о нем?» Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у родников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую одежду и просить, не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. И царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Многие говорили: «Это Илья». Иные говорили: «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сейчас Ирод, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что он женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Она же тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним не хотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. И пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову на блюде, отдал девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. И сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им некогда было». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие со всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышев, увидел множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его приступили к нему, говоря: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100
и 50, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться впереди, вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидев их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же 4-й стражи ночи пошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его, испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправши, прибыли в землю Галингини Сарецкую и пристали к берегу. Когда же вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, оббежали всю окрестность и начали на постели приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение или в города, или в деревне, или клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть немытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев: не едят, не умывши тщательно рук. И пришедшие с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать свою умрет смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. И, призвав весь народ, говорил он: слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека из ней, не может осквернить его, но что исходит из него, оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его просили его о притче. Он сказал: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто из вне входящего в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища? Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое ухо, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит, оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедшая припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом Сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из дочери ее. Но Иисус сказал ей: дай же прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, пришедши в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Вышед из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиграде. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведши его в сторону от народа, возложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: Ефафа, то есть отверзлись. И тотчас отверзся у него их слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делать, и глухих делать слышащими, и немых говорящими. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал: жаль мне народу, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека.
Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: «7». Тогда велел народу возлечь на землю, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбы. Благословив он, велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, разумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят им: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал он: «Как же не разумеете?» Приходит в Исаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». А он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил он, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать быть отверженным старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убитым в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал он: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Глава 9. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как же увидят Царство Божие, пришедшее в силе? И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежда его сделалась блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, а из облака и шел голос глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным,
уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. День схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесновато увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал ему, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто примет, меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре засловить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашу воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебе рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели двумя ногами быть вверженными в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженными в гиену огненную, где червь их умирает и огонь, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Глава 10. Отправившись оттуда, приходят пределы иудейские за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. Вначале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одной плотью, так что уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал, кто разведется с женой своей, женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. И приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте им.
ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда он выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и просил его: «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, не почитай отца и мать твоего». А он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное!» Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми». Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. Они, ужасаясь и следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал говорить им о том, что будет с ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеева, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем мы просим». Он сказал: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую сторону в славе твоей». Иисус сказал: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвал их и сказал: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, и когда он выходил из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, сидел слепой у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел позвать его. Зовут слепого и говорят: «Не бойся, вставай, он зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Глава 11. Когда приблизился к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавши его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили: «Что делаете, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Так повелел Иисус», и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на его одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествующие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее имя Господа, царство отца нашего Давида, осанна в вышней!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней.
И пришед к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышавшие это ученики, его. И пришли в Иерусалим, Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стол именно щеков, и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города, поутру проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, и поверит, что сбудется, по словам его будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники, старейшины, и говорили ему: какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал ему в ответ: спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они же рассуждали между собой: если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили. Если скажем от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и я не скажу вам, какую властью это делаю. Глава 12. И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав ее виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послали к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградники сказали друг другу: это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть див в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит ему семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всего умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, кого из них будет она женой? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания и силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь.
Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюбив Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей, вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего к самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, всем умом, всей душою, всей крепостью, и любить ближнего к самому себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал ему, сказал ему, недалеко ты от Царства Божия. После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил он в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, и возлежат на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Слава Господу! Друзья, вот закончился еще один наш библейский двухчасовой марафон. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Мы благословляем вас. Как всегда, мы встретимся завтра и будем продолжать читать Слово Божие. Пусть Господь благословит вас обильно. Пока!